Чтобы ни одно обращение не оставалось без внимания. Количество жалоб на портал «Добродел» от жителей округа за последнее время заметно снизилось. Анализ обращений и выезд сотрудников администрации для решения проблем на месте проводится еженедельно. Расположенная на окраине Дашковского территориального отдела деревня Шатово – одна из старейших в округе. Единственный въезд в нее небезопасен. Старый мостик свое отработал. Последний раз и скорая отказалась просто через него проезжать. Согласен. Она широкая, и человеку пришлось как-то доставить до скорой вот до этого поворота. Давайте снег сходит, еще раз выезжаем, смотрим, возьмем уже профильные службы. Ремонт моста не единственная проблема в деревне. Что еще беспокоит ее жителей, первый заместитель главы администрации округа Алексей Малкин узнал, пообщавшись со старостой Шатова. Общественный транспорт в деревню не ходит. Нет здесь и магазина. Нас не столько магазин интересует, сколько автобусный маршрут. Уже с осени начали делать остановки. Сейчас снег сойдет, продолжит и, надеюсь, что также запустит маршрут. Автобусный павильон должен появиться у деревни уже этим летом. Вопрос с ремонтом моста тоже находится под контролем специалистов администрации. В муниципальном центре управления регионом за последнюю неделю отмечают снижение количества обращений на добродел. Мы сейчас по всем показателям, которые в рейтинге на четверг идем в зеленой зоне. Да, да. На каком месте? Седьмое место. Минус 111 обращений. У нас хорошая динамика. Обычно в конце недели всегда подводятся итоги, да? Да, подводятся итоги. Мы, соответственно, смотрим, какие направления, какие у нас зоны, где мы можем, да, где мы проседаем, то есть на что нам нужно обратить внимание. Информация передается курирующим замам, управлением, совместно с сотрудниками мы выходим на территории. Также есть заявители, да, которые очень часто нам пишут. Мы стараемся налаживать уже с ними связь телефонную, то есть мы с ними вместе выходим. Бывает там раз в неделю – обходим территории, выявляем какие-то нарушения и устраняем. Весна приносит новые заботы. На повестке дня ямочный ремонт дорог.